Вопрос очень своевременный, потому что все больше и больше нарастает у людей некая путаница вообще этих понятий. Это помогает интернет, помогает в кавычках, а может не в кавычках. Интернет, фантазии, фотошопы разного вида. То есть любые фантазии можно создавать, можно на них смотреть. Не так, как раньше. Ты фантазируешь, но ты ничего не видишь. А теперь можно даже это все самому делать. Я не говорю про фильмы в киностудии. Можно самому все это создавать. Происходит некоторая путаница. Поэтому постараюсь внести хоть немного ясности. Прежде всего, что такое интуиция? Интуиция – это, можно сказать, это трудно определить, конечно, потому что это не является чем-то видимым и не является чем-то определимым. Можно только примерно сказать, что это все-таки, я постараюсь говорить слова, которые понятны. Следствие качеств души, это есть душа у человека, у него есть у души качество. Человек рождается с этими качествами, любой человек со своими качествами. Но это не все. Он еще накапливает и систематизирует опыт жизни, даже если он не умеет это делать. А это автоматически происходит. И тогда складывается опыт жизни плюс эта врожденная интуиция. Собственно, как вы написали. И это интуиция. А теперь посмотрим на фантазию. Фантазия – это, определим так, игра мозга. Игра ума, игра мозга. Но, конечно, с тем, что опирается на качество души. Поэтому один человек так фантазирует, другой вообще почти не фантазирует, а у третьего буйная фантазия. Потому что это игра мозга. Как человек играет в шахматы, он может совершенно разные шахматные комбинации создавают. Бесконечно много. Зачем нужна фантазия, если это просто игра мозга? Для того, чтобы будоражить человека, будоражить его душу. Потому что эти фантазии он где-то внутри себя видит, где-то чувствует. Это его будоражит. Фантазии, которые его гнетут или, наоборот, возбуждают, и он прямо весь горит и прочее, прочее. Поэтому фантазии очень нужны, но для этого нам нужно знать, что они должны контролироваться интуицией и потом размышлениями. То есть вот эта вот формула такая – фантазии, потом интуиция должна подсказывать, не слишком ли ты далеко заехал в этих фантазиях, это обязательно надо делать. Иначе ты попадешь, станешь рабом фантазии. Интуиция, но этого мало. Надо еще и какие-то размышления, которые основаны на жизненном опыте. Вот такая вот комбинация всего позволяет иметь определенный успех и не делать слишком много ошибок. Теперь надо знать, что и очень себе об этом говорить, что надо быть терпеливым. Надо понимать, что ошибки будут. В вашем вопросе определенно ощущается нетерпение. Как же найти эту формулу, по которой можно идеально построить свою жизнь? Но таких формул нет. Ошибки будут. И в книге Тегилим, Псалмы царя Давида, говорится, что праведный, я подчеркиваю, человек 7 раз падает, каждый раз встает, идет дальше. Я чуть-чуть по-своему излагаю то, что там сказано. Падает, потом снова встает, идет, опять падает. И так 7 раз, пока он не подходит к какой-то цели, к которой действительно хотел или должен прийти и так далее. Это мы говорим про праведника. Что говорит про неправедника, про обычного человека? Может быть, он должен упасть больше, или, может быть, он должен упасть больнее. Но так или иначе, на примере праведника видно, что нету никаких волшебных формул. Надо иметь терпение, надо это понимать. И еще очень важно,
не впадать в отчаяние. На иврите есть такое интересное слово «еуш» называется. Отчаяние. Этого не должно быть ни в каком случае. Я отдаю себе отчет, что когда я говорю «должно быть», это, знаете, сердцу не прикажешь. Сердце ощущает отчаяние. Но, в принципе, надо знать, что надо максимально учить себя, приучать себя не впадать в отчаяние. Для этого есть несколько простых мыслей, которые не сделают все волшебным образом сразу, но помогут не впадать в отчаяние. Понимать, что Творец мира всегда с тобой. И даже если выглядит все плохо, а иногда так бывает, все равно это для чего-то хорошего. Даже если выглядит плохо, не надо себя обманывать, не надо говорить на плохое, что это хорошо. Надо говорить на плохое, что я не вижу, что хорошо, но я знаю, что Творец сделал это к лучшему, к моему лучшему. Ну, может быть, и не только к моему. Поэтому такие вот мысли, они помогают очень. И они реальны, и так еврей, который серьезно живет, серьезно смотрит на Тору и на все, он так должен думать. И последнее. Вы пишете в конце, как различить, где фантазия, где интуиция. Нету формы, опять, мы уже привыкли, нет формы. Нет ничего волшебного. Сказки волшебные есть, но реальность не бывает волшебной. Она бывает удивительной, необычной, странной, прекрасной, трудной. Но не бывает волшебства. И для этого учится, чтобы из вот этого всего, что я сейчас рассказал, постепенно складывалась бы методика жизни. Я бы сказал, как человек, который закончил математический факультет, поэтому скажу так вот, алгоритм, некий алгоритм, то есть способ действия, который приводит к тому, что ты все-таки различаешь фантазии от вымыслов. Причем не только у себя, но и когда с тобой говорят. Тоже очень важно. Не надо так просто верить тому, что тебе говорят. Я не говорю, что надо подвергать сомнению все. Это тоже не метод. Но нельзя быть жертвой. Не надо так легко. Особенно мы знаем, где проблема. Проблема, когда о другом человеке говорят. О нем говорят, так легко поверить в это. У тебя антипатия к этому человеку, и о нем сказали что-то плохое. У тебя легко поверить, а это неправильно. Кто сказал, что это правда? Даже если тот человек, кто рассказывает, искренне говорит, но кто сказал, что его искренность описывает реальность? Поэтому и себя не обманывать, и не давать тебя обманывать со стороны. Все это через совершенно здравый такой подход, здравый смысл, выстраивается, и мы видим, что, в общем-то, люди, которые стараются жить хорошо, которые серьезно относятся к жизни, которые понимают, что есть Творец, которые понимают, что есть законы Торы и много другого, все равно все сложно и непросто, но в целом выстраивает жизнь, в общем-то, хорошим образом. Так можно подвести такие итоги. Человек может подвести потом итоги, что он жил непросто, трудно, 7 раз падал, вставал, но в целом хорошо. Всего доброго, до свидания.